Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж и инфа, которую мы все так долго ждем. Когда же, собственно, выходит eFootball 2022, мобильная версия для мобильных устройств, ну и для ПК-консолей тоже. Нахожусь я сейчас на твиттер-странице Ренана Гальвани, очень известный в PES-кругах товарищ. Он публикует много инсайдов, которые потом подтверждаются, что называется, ему можно верить. Вы тоже можете подписаться на его твиттер, у него достаточно много полезной информации по поводу PES-а можно найти. Нас интересует вот этот его твит, 16 числа он был опубликован, я как-то его пропустил, если честно, но наверстываю упущенное, поэтому незапланированный ролик. Да, ролик с геймплеем сегодня будет. В общем, eFootball 2022, обновление 1.0, то есть релиз, только для прессы и некоторых инфлюенсеров, то есть раздадут журналистам и тестировщикам. Испытания в Лондоне, Франции, США, ну, наверное, имеется в виду в Англии, Франции и США будут проходить. Тестирование с эмбарго Konami. В чем прикол? Эти журналисты и эти тестировщики не будут иметь права записывать геймплей, выкладывать его на YouTube и рассказывать какие-то подробности про него. После этого новые корректировки обновления, которые должны появиться между последней неделей апреля и первой неделей мая. Перевожу вам с промптовского перевода на русский. Раздадут тестировщикам, раздадут прессе. После этого проведут апгрейды, если где-то будут какие-то косяки, и обещают выход версии 1.0 нам на последней неделе апреля или первой неделе мая. То есть вот в эти 14 дней выходит у нас eFootball 2022, релизная версия на ПК и консоли. Что ж, это очень даже неплохо на самом деле. Нас интересует и вот этот вот вид, он дописал. Обновление, которое превращает мобильную версию в eFootball 2022 Mobile, появится через 1 месяц, то есть в середине июня. Так что, ребят, до середины июня мы играем в PES 2021 Mobile. Реально Ренану Гальвани можно верить, я читаю его, парень дает максимально правдивые, собственно, сведения. Ну, на самом деле хочется вздохнуть, сказать еще охренеть сколько ждать. С другой стороны, у нас появляются какие-то даты, что уже хорошо. На этом прощаюсь, ждите сегодня, естественно, Эль Классика. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.